Завершились торжества большим праздничным концертом с участием звезд российской эстрады. На Муромской набережной послушать, как воспевают семью, любовь и верность, собрались более 70 тысяч жителей и гостей города. Подробнее расскажет наша Анастасия Белова. В праздничный день в Муроме только и разговоров, что о семье, любви и верности. А вечером об этом еще и пели. Большой концерт на берегу Оки вели супруги Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Своими голосами и артистизмом зрителей радовали Александр Малинин, Игорь Саруханов, Алексей Глызин. Вместе с ними на волну ностальгии настроили Александр Иванов и группа «Ронда». Дуэтом зажгли на сцене Ольга Кормухина и Алексей Белов. Также лидер группы «Парк Горького» исполнил премьерную рок-балладу. На праздничном концерте выступила и Любовь Успенская. Жасмин, Зара, Дина Гарипова, Диана Гурцкая, Александр Панайотов, Марк Тишман, Тамара Гвердзители, Лариса Долина. Зрители активно подпевали и танцевали под знакомые мелодии. День семьи, любви и верности объединил тысячи людей. Супер! Нам понравилось. Мы второй год здесь, и праздник просто феерический. Супер! Нам нравится все. Очень здорово! Замечательный праздник! Мы из Москвы приехали. Ну, вообще, мы родом отсюда. Вот, поэтому мы всегда приезжаем на этот светлый, добрый праздник. День семьи и верности. Вот, и наши друзья здесь, многие знакомые. Отличное настроение. На самом деле, очень благодарна администрации и организаторам за проведение праздника, потому что мы походили по городу, мы познакомились. И я могу сказать, что Муром 30 лет назад и Муром сегодня – это два разных города. Сегодня на улице города улыбки. Это очень важно. А завершился концерт грандиозным фейерверком. Залпы салюта гремели под самую главную песню «Дня семьи, любви и верности». Анастасия Белова, Илья Облетов. Новости Муром.